Ребята, утро доброе. Ну ничего, я вроде не замерз. Хорошо поспал. Плюс 11 у меня внутри. Ночью, я думаю, было до нуля. Где-то, ну, 2, плюс 2, плюс 3. Просто у меня кунг хороший, теплый. Поэтому я не замерз насмерть. Блин, спать так хочется дальше. Еще поспать чуть-чуть. И все, я умылся, собрался, готов к выходу. Сейчас покушаю, заправлю машину и поеду на коп. Все, ребятки, позавтракали. Фух. Блинчики, яишенка с бекончиком. Видите, вот лиса много ела блинчиков, у нее морда лопнула. Загородный клуб «Оленья гора», а я сегодня ухожу в автономку, вот так вот, и не вернусь. Тут мажоры живут, ну видите, машины какие, ну кто, мажоры, конечно. Кстати, 5 утра, сон алкоголика чуток и краток. У меня сегодня отопление отключили в 4 утра за неуплату. Сейчас пойду уплачу. Эх, на бигфуте не покатаемся, жалко. У него тут раздатка гавкнула. Выплюнула внутренности. Вот, видите? Ха-ха, лопнуло как. Дыдыщ. Кабина, видали, какая? Смотрите. Чтобы в нее залезть, двери нету. Кабина целиком поднимается так вверх. И туда можно сесть тогда. Пепелац. Все муляж. Все, ребята, закончил я заправку. Напомню, заправка у нас происходит из канистр. Избыточное давление из системы колес подается в канистру. И из нее по шлангу идет солярка в бак уже. Я уже все убрал. У меня боевая рана. Вчера поставил где-то. Чуть-чуть раньше времени завернул. Ну ничего страшного. Не мятый вездеход тот, который не ездит. Это я вам как врач врачу скажу. Все, ребята, поехали. Покопаемся. Заберусь куда-нибудь подальше, заночую, наверное, там же, и завтра тоже будет коп. Переехал я, ребят, на другой урочище поехал. Встретил ребят копарей, тоже здесь местные копают. А я поехал на другое урочище и смотрю, садик яблоневый стоит. Да я думаю, остановлюсь. Даже сигналы появляются. Что за сигнал, непонятно. Сейчас узнаем. Ну вот, ребят, походу я оманетился сегодня. Опа. Вот она красавица.
А что это у нас? Советики. Советики пятак, походу. Советы. Я только ранее находил. Да, советский пятачок. Да. О, 31-й год. Пятак, 31-й год, ребят. 5 копеек. 31-й год. Ура! Есть монитос. Есть монитос. О, какая-то медяха. Ребят, была вот такая круглая. Чего не знаю. Она выкину, рассыпается она уже. Кажись, ребята, я нашел еще одну. Что за снаряд? Патрон, рассказывайте. Я не знаю. Что-то надо здесь порыться, походу. Хороший уголок-то. Круг от печи. Интересно. Что здесь было там, блядь? Что, до сих пор деревня здесь была эта? Ух ты. Это интересно. Это интересно. Чуть-чуть, ребят, я переехал. 200 метров. Чтоб с машиной рядом быть. Хупа и опять. Яблони, фундамент. И вот тут у меня пуговица. Пуговица, ну, какая-то современка. Ладно, стол находок пойдет. Ну, ребят, опять люверс нашел. Видно, ткань зажата здесь. Ну, либо кожа. Не сгнила даже еще. Так, едем дальше. Так, здесь брод, речка. Что нам делать-то? Тут где-то не остается. Будем покупать. Хорошая высота здесь. А вот связь плохая. Связи нет. Ну вот так, ребят, мне помогли кабанчики. Смотрите, как разворотили фундамент. Теперь мы попробуем здесь покопаться. Какой-то сигнальчик уже даже есть. Опа, монета. Сразу сходу, ребят. Сходу, только вот успел выйти. 30-й год. 5 копеек. Ничего, такой сохранчик, кстати. 30-й год. Отлично. Советы есть. Ой. Ой. Я же не в монетную эту положил-то. У меня есть монетная. А есть все остальная. Сумка. Блин, сейчас оботрется там обо всякую шляпу. Вон она. Хорошо. Вот у меня пятак, помните? 31-го года. А вот у меня пятак
30-го года есть. Два пятака. Класс. Так, ну что, многообещающее начало. Первый сигнал сразу же, пятак тебе, налови. Тут кабаны разворотили все фундаменты так. Вон яма дымовая. Тоже вся разворочена. После кабанов, ребят, так копать приятно-то. Что-то здесь звенело. О, манитос. Ха-ха. Второй манитос, ребята. Опять советина. 31-й год, 3 копеечки. Хорошо, вон там пятачок нашел. Вот тут 3 копеечки нашел. Шикардос. Сохран-то хороший. Хо-хо. Отлично. Во, ребят, неплохая находочка. Топор. Сделаем из него топор-топор. Манитос, ребятки. Манитос. Серебрулька. Ха-ха-ха, 1928 год, серебрулечка, 20 копеек, не 10 копеек, сейчас почищу, сейчас почистим, отлично, поздравляю тебя, Герасим Васильевич, серебрулечкой, итого у нас уже 2 серебрульки мы нашли. Так, ребятки, ну что я могу сказать? Что-то больше я ничего не нашел, надо переезжать. Хотя здесь и место пустынное, и на ночевку хорошо встать, но... Что-то голой здесь, древнятины вообще нету, ну, царской вообще нету. То есть советы только 29-й год, самое раннее, 30-й и 31-й. Ой, нет, 31-х два года. У меня две монеты. И 29-й одна. Пожарю яичницу, ребят. И буду думать, куда дальше ехать. Фу. Времени у нас 3 часа. Еще 4 часа есть на коп. Жарить мы будем яичницу с колбаской. Я надеюсь, получится замечательно. Маслице взять. Опа-на. А мы сейчас прям тут и забубеним. Сейчас достанем плиточку, сковородочку. Все прям хорошо. Моем руки, ставим плитку. Сейчас быстро яичню. Гриль хочу. Ребята, может, вечером заедут ко мне. Так я мяско им на гриле сделаю. Нет, так завтра съем его сам. От того, что ко мне не приезжали, мясо есть, я еще ни разу не умирал. Честное слово. У нас вот такая вот плитка. Плитка турбовая. Реально очень хорошая плита. Мы ее переделали вот под такие баллоны. Переходничок сделали. А, ну сделали вот под такие баллоны. Она из обычных цанговых баллонов может работать. Из большого баллона, с этого просто переходники с собой не брал. То есть... Плита очень обупительная. Вся ее прелесть в том, что есть похожие плиты, но стоят они что-то там 15 тысяч рублей. Вот. У них тоже вот здесь вот, видите, на кастрюле, там у меня побольше кастрюль для супов есть. Это кипяток кипятим мы. Теплообменник здесь стоит. Очень быстро, буквально за минуту закипает 1,5 литра. Вру, за минуту, конечно. Где-то 2,5 минуты 1,5 литра закипает. Вот. Поэтому очень вам подобную вещь рекомендую. Я, может, соберусь с мыслями и силами и дам комплект на, ну, комплект ссылочек на все эти самые, ну, на все, что есть к этой плитке. Переходники вот для баллонов. Потом есть еще переходник, чтобы с этого баллона заправлять вот этот баллон маленький, переливать газ. То есть тут очень все так удобно. Также с этого маленького баллона можно у гриль заводить тоже.
Так, завели турбину. Блин, я второй раз забываю доску. А? Как так-то? Плитка еще чем примечательна, что можно очень маленький огонь на ней делать. Можно как и очень сильный сделать, так и очень маленький. Опа, яйца домашние. Думаю, что... Ой. Думаю, что можно. Так, кухонный гринпис. Это органика. Его можно бросать так. Даже нужно. Некоторым животным это полезно. Все это съестся. Так, ну что, яичница из 6 яиц, я думаю, будет самое то. Короче, это вкусно, ребят. 100%. Хотя я на завтрак сегодня яичницу ел. Но это вкуснее. Сами ручки делали. Сегодня нифига не выспался. У меня вибас тоже отключилась. Просыпался, то накроюсь, то укроюсь. То ноги подожму. Короче, такой коматозный. Сейчас чувствую, поем, меня будет рубить. У меня чай есть заваренный. Ну что ж, попить чайку. И можно собираться и двигать путь дальше. Ох, ребятки, не уснуть бы мне. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ури, ури, есть кто живой на связи? Слышит меня кто-нибудь? Алло, ты звонил? Ага, вот отвечаю.
ребятки, завалы это какие-то вот. Ох-ох-ох, война-то какая здесь была. Еще 450 метров до точки пилить по этому волшебному лесу. Вот так стеклы разбиваются. Ну, на сей раз ребятки, повезло мне. Смотрите, что тут творится. Воронки, ребят. Воронки. Во, ребят. Чё? Нашёл.
в окопе. Что это за фигня, я не знаю. Поэтому что, взрыватель какой-то, что ли? Что вот такая штука? Сфоткаю сейчас и выброшу, ну нафиг. Нет, честно говоря, мне война вообще чуть не нравится. Так, ребят, тоже интересно становится. Смотрите, какой. Медное колечко. Маленькое, женское. Зачет берем. Значит, мы на правильном месте стоим. А это, ребят, кованый гвоздик. Все, я верно стою. Деревня здесь была, скорее всего, сгорела. Потому что это старая деревня. Новая деревня вот там вот. Где мы были только что, где окопы были. Это гильза, ребят. Интересно. Гильза не стреляна. Гильза не стреляна, но какая-то разорвавшаяся прям уж. Странно. Ребят, что это за медяхи попадаются вот, а? Такие вот нарезы есть на них, осколки от чего-то. Кто по войне шарит? Расскажите. Заколебали они уж. Так. Пугается, ребят. Ага, пугается. А на пуговице ни шиша. А может и не пугается, сейчас скажу, что это такое. Не, пуговка. Пуговка, только откуда вот? Непонятно. Ну, вот опять, ребят, осколок от снаряда. Блин, как бритва. Резали они, конечно, жутко. Гильза. Ну вот, ребят, монетка. 36-й год, 1 копеечка. В хорошем сохране. Вот такая красотуля. Эй. Эй. Темнеет уже. Ну ладно, пока можно будет. Покопаю, похожу. Спать буду крепче. Надо еще поужинать что-нибудь. Так, ребята, третью флешку забил. Фу. Сейчас сделаю-ка я себе, наверное, лепешечек на гриле. Точно, лепешечек. Сказывается, 3 дня. Ранний подъем, поздно ложишься. Коп постоянный. С непривычки, конечно, дает о себе знать. Ну ничего, ничего. Вкатаемся, вкопаемся. Так, ребятки, лепехи у меня суперские получаются. Ну, как обычно, собственно. Что тут? Нового ничего нету. Есть вкусные лепехи, есть качественные ингредиенты для лепехи. И все, вот вся тайна. И делать их быстро, вот что мне нравится. В лепехах, собственно. В теннисе я люблю теннис. Опа. Хоп-хоп-хоп, перчик туда. Этот будет остренький. Я никому не скажу, чтобы был кому-нибудь сюрприз. Ха-ха. Вот я выдумщик, да? Кроме меня-то тут еще яда и медведь. И все. Больше-то и никого и нет. Блин, у меня что-то замкнули эти стопы. Или микрик сломался. И, короче, постоянно теперь горят стоп-сигналы. Ну вот у меня ужин мой. А-ха-ха-ха-ха-ха. Волшебно. Волшебно, Вася. И горячо. Такой вот у меня ужин сегодня, ребятки. Мясо я не поймал.
Там есть чуть-чуть мяса, но я думаю, ребятам завтра приготовить. Они обещались в гости ко мне сюда приехать. Я и думаю, приготовлю-ка я мясо им. Вон на берегу озера стою, вот так вот. 58 километров проехал сегодня. Все. Да, насос с солярой. А то клацал, как умалишенный у меня. Спасибо за просмотр. На этом мы прощаемся с вами. Если вас заинтересовали вездеходы Шерп или Киткомплект Плюш, заходите на сайт gerasimsherp.ru. Там вы найдете все ответы. Пока.